По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма также является слабая транспортная инфраструктура. Президент сказал, что качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Это же касается и автомобильных дорог. Глава государства также поручил правительству разработать новую бюджетную программу для развития инженерных сетей в туристических зонах. Речь идет о стабильной подаче электроэнергии, прокладке канализационных систем, а также строительстве очистных сооружений и систем водоснабжения. Имеющийся план по развитию одновременно 20 туристических зон Касым-Жомарт Токаев сегодня раскритиковал, посчитав, что чиновники таким образом неэффективно расходуют бюджетные деньги. По его мнению, сейчас важно в кратчайшие сроки обустроить наиболее перспективные объекты. Они же должны стать визитной карточкой Казахстана. В качестве приоритетных президент назвал пляжный отдых в Мангыстау и Щучинско-Боровской зоне, а также в Алматы. На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктурой курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций инженерной инфраструктурой, в том числе электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами.